What we do here is go back. Всем привет, меня зовут Ярик Хо, я ваш будущий президент. И по совместительству я буду еще вашим тренером. Сегодня я покажу тренировку, которую можно использовать, имея при себе всего лишь навсего голимое строительное оборудование. Кувалда, колесо, гиря, которую мы не будем поднимать в гиревом стиле, а будем ее всего лишь навсего кидать. Еще у нас есть замечательная вещь. Ну это пойдет. Иди сюда. Еще у нас есть замечательная вещь. Такая как перекладина а-ля турник. Значит, в чем суть тренировки сегодня будет заключаться? Мы будем тренировать сегодня все тело, и в частности больше всего нагрузки будет приходиться на вашу сердечную мышцу. Для чего это нужно? Для того, чтобы, первое, вы стали более выносливыми, более функциональными, а еще это нужно для того, чтобы ваш гребаный жир сгорел. Между нами тает жир, вместо колы пьем мы кефир, к лету надо сбросить вес, а пока я тяжеловес. Итак, поехали. Что мы будем делать с колесом? Если у вас нет такого большого колеса, либо вы с этим колесом не справляетесь, вы можете использовать колесо обычно из-под машины, а если вы девочка, вы можете использовать колесо из-под велосипеда. Если вы парень чуть поздоровее, такой, например, как Тимати или как Гуф, вы можете использовать вот такое вот колесо от хорошей, милой машины, которой сейчас здесь нет. Значит, что мы делаем? Мы это колесо приподнимаем, обратите внимание, как. Сгибаем ноги в колени, жопу откачиваем назад, прогибаем спину, хватаем и переворачиваем колесо. Раз, два и пошли. Таких у нас будет 5 переворотов колеса, не больше, больше не нужно. Дальше. У нас есть перчатки. Перчатки — это для девочек, на самом деле, я кинул их для красоты. Я использую голые руки, потому что только голые руки дают возможность хватиться так, как надо, и у вас будут красивые мозоли. А вы знаете, бабы любят мозоли. Мазалы, мазалы, сен кыз эндазалы. Второе, что мы делаем, мы берем вот эту вот гирьку и будем ее кидать через себя назад. Обязательно, это связано с техникой безопасности. Посмотрите по сторонам, чтобы вы никого не убили или не убили дом своей бабушки, или не убили эту самую бабушку. Мы берем гирю и перекидываем через себя назад. Перекидываем такую гирьку тоже 5 раз. И сразу же, без отдыха, бежим на нашу перекладину. Прыгиваем на нашу перекладину и делаем подтягивание в свободном стиле. Неважно, как вы это делаете. Можете с рывками, можете без рывков. Но нужно тоже сделать. В общем, 5 раз. Итого, 5 раз колесо, 5 раз гиря, 5 раз перекладина. Я уверяю, вы уже начнете изрядно уставать. После этого вы берете милую кувалдочку. И если бы вы были боксером, я бы предложил вам кувалды бить по колесу. Но так как это колесо используется, оно рабочее, мы не собираемся его портировать. Поэтому мы будем бить просто-напросто матушку землю. Пошли за мной. Выбираем участок земли, который нужно утрамбовать. И начинаем его активно трамбовать. Таких делаем 15 ударов. И после этого мы бежим круг примерно 100 метров. И стараемся это сделать не очень быстро, в свободном стиле. Грубо говоря, стараемся продержаться. Побежали. На этом заканчивается первый круг. Потом вы делаете отдых 5 минут и повторяете все заново. А я пойду жрать. С вами был Ярик Хо, ваш будущий президент. Занимайтесь спортом и не ебите мозги.
Друзья, я на следующей неделе запускаю новый проект. По условиям этого проекта я должен был в течение недели усиленно тренироваться, очень жестко сяду на диету и попытаюсь показать супер крутой результат в течение недели по сбросу всякого говна, такого как жир. Поэтому следите за моим каналом, подписывайтесь на него, ставьте колокольчик. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк, если не понравилось, дизлайк. В общем, дальше будет много чего интересного. Надеюсь, на следующей неделе, в понедельник, какого-то там числа, я выложу новый выпуск со своими результатами, со своего супер-мега-преображения в течение одной недели. Так что всем пока, смотрите это видео, а я пошел дальше катать просто так какую-то хрень.